Здравствуйте, уважаемые фанаты Мегабола. Здравствуйте. Вас приветствует Эй Джей Харди на очередном матче 11-го тура Лиги Чемпионов. Матч достаточно интересный, матч весьма привлекающий внимание. Крылья, у которых великолепная возможность в этом туре на защиту осечек соперников, появилась оторваться от четвертого места и уже обезопасить свою третью строчку и спокойно готовиться к плей-офф с этой самой третьей строчки. Что касается Баттерфлая, им сегодня нужно побеждать, и в случае победы Баттерфлай будет претендовать на плей-офф, даже так. От этого матч, конечно, становится весьма и весьма интересным. Давайте к стартовым составам. Крылья — это мистер Чехта, Джон Уик, это Фриман. Что касается суда, сегодня здесь на поле Хаммер, Гризманчик и кто там? Неймар, по-моему. Неймар, да. На поле тоже присутствует. Там Баттерфлай когда-то начинал как фарм-клуб Крыльев. Не знаю, является это так сейчас или нет. Ну, в любом случае, матч должен проходить в атмосфере любви и товарищества. Все такое прочее. Гризман. Передача на Неймара. Гризманчик дает в борт. Вик идет по этому самому борту. Пытался забить. Не получилось. Очень медленная игра. Стоит это отметить. Вообще никто события не форсирует. Никто атаковать не любит. Это можно говорить про крылья. Ну, наверное, Баттерфлай тоже не очень-то хорошо к идее атаки относится. Моментов как таковых нет. Но рискну предположить, что все галы сегодня будут забиты из прессинга. С прессинга на чужой половине поля. Хотя посмотрим, как оно будет. На самом деле, крылья все-таки должны, наверное, сегодня в позиционной атаке что-то интересное продемонстрировать. Сами забить гол, не на ошибки Баттерфлая. Уж я на это надеюсь. Команда все-таки на третьем месте в ЛЧ. Ну, здесь, да, хорошо. Чех с Виком. Чех на Вика неплохо забросил. Вик еще одно неплохое действие. Попытка довести мяч до дальней штанги. Фриман очень медленно поднимает. Там кто угодно мог уже успеть все это дело накрыть. Фриман с Чехом. Очень осторожно играют, очень осторожно. И Баттерфлай теперь уже в атаке. Баттерфлай более такой сумасшедший стиль в нападении. У Крыльев там каждое действие, каждое решение, оно взвешивается много раз. Баттерфлай не так. Баттерфлай на инстинктах на своих играет. И может быть это правильно, потому что тоже опасные атаки некоторые прилетают сейчас. Крылья могли бы и проиграть, знаете, на правах команды, если они уж действительно... Если Баттерфлай все еще фарм-клуб Крыльев, могли бы проиграть. Баттерфлай эти очки очень-очень нужны, очень нужны. А Фриман. Ну, в случае победы, я вам так скажу, Баттерфлай антибас обгонит сегодня. Хаммер идет по борту. Неймар весьма приличный такой прессинг Чеху оказывает. Ну, если все-таки оно и закончится, то пока все идет к противостоянию. Может быть, крылья, тузы во втором раунде плей-офф. Ну, ладно, об этом еще слишком рано говорить. Ну, что у нас здесь? Неймар с Хаммером. Нет, ни к чему это в итоге не приводит. Мяч в углу, опять же, очень все медленно. Нет передач назад, нет передач на опорника. Гризманчик ждет своей возможности вступить в игру, но тут без шансов. Особенно с таким мячом, знаете, не очень быстрым, крыльев. Наверняка очень сложно обыгрывать и сбивать им. Ну, так, особенно учитывая то, что против них Баттерфлай играет, который опорника своего даже особо и не старается задействовать. Ну вот сейчас, хотя стоит ли действительно это делать, не всегда это вот здесь получается у Баттерфлая, Гризманчик, если у него пас необходимый для того, чтобы к атакам подключаться. Ну вот здесь вот опять же из прессинга почти крылья сделали гол, наверное, один из самых опасных моментов этого матча. Чех поднимает от борта. У Чех хорошо все с бортами, очень хорошо. Сейчас как-то глупо Баттерфлай проиграл. Борт вроде вдвоем шли, но борт так никто и не закрыл в итоговом счете. В конечном счете. Идет Неймар, идет вперед. Пройти не получилось, очень неприятно. Ну, знаете, пока очень такая равная игра, я вам скажу. Даже Баттерфлай получше чем-то смотрится в позиционной игре. Больше выигранной борьбы у Баттерфлая сегодня. Фриман никуда не торопится. Куда бы ему торопиться. Баттерфлай тоже. Игра очень медленная, очень медленная. Но взвинчивать темп никто не собирается. Тем более ни у кого особо и умений для этого нет. Ну что, Гризман поднимет от борта. Поднял. Ну, ужасно поднял.
Так Джон Уик того уже накрыл. Неймар хорошо Вика обыгрывает. Чех в борт отдаст. У Чеха все в порядке с хорошими точными передачами. Он, в общем-то, ничего сверхъестественного не делает. Он не обыгрывает там по двух игроков. Он не забивает голы в чужие ворота. Но все передачи его, они точны. И, в общем-то, процент брака у него минимален. Если есть куда отдать, он туда отдает. Что еще нужно опорнику? Хаммер. Хаммер втроем. Втроем баттерфлаю надо идти. Гризманчик сейчас очень так плотненько стоял. 0-0 по итогам первого тайма. Очень интересно смотрится баттерфлай. И очень неинтересно смотрится крылья пока что. Опять баттерфлай в нападении. Пытается выйти из барона крылья. Ничего не получается. Фриман так уверенно шел в борт. Так уверенно Гризманчик его поднял. Я же говорил, крыльям не нужно. Не нужно сидеть на чужих воротах два тайма, чтобы игру выиграть. Это я уже говорил неоднократно. Хаммер пытается отдать вперед. Все-таки пытается отдать на своего партнера. Ничего не получается. Гризман, сверхнеуверенная игра. Вот неуверенность. Если хотите узнать, что это такое, смотрите на опорника баттерфлая. Джон Уик проходит Неймара. Чех забрасывает на противоположный фланг. Наконец-то крылья в нападении. Давайте на вот такой аспект игры посмотрим в том числе. Чех забрасывает на фланг. Фриман очень хорошо так убрал мяч. Чех, наверное, все-таки стоило оставить Уику, потому что и Уик должен был отдать на Чеха. Там у Чеха был фланг открытый, у Уика было посложнее с этим. Гризман в борт. Хорошо. Пытается опять поднять. Чех, опять же, фланг отдает, опять же, вот она стабильность от мистера Чеха. И в атаке крылья, очень так оттянуто они достаточно играют всем своим нападением, очень оттянуто. Надеяться на, опять же, прессинг, надеяться на то, что команда, когда баттерфлай будет выходить из обороны, они их поймают, и они уже понимают, на что они играют, и говорят, ой-ой-ой, Вик чуть не продавил ближний. Это было весьма опасно. 0-0 уже спустя сколько? 7 минут этого матча. Баттерфлай в нападении. Гол! Неймар с прессинга. Молодец. Задавил баттерфлай. Наконец-то мы видим с вами первый гол этого матча. 1-0 в пользу баттерфлая. Здорово. Я думаю, сейчас крылья наконец начнут шевелиться. Ну или Вася Антипов напишет в конфу баттерфлая. Ну быстро слили. Вы что, охренели совсем? Фриман. Чех отдает передачу. Гризманчик неуверенно в прессинге стараются. Уик с Фриманом стараются. Гризман, что ж ты делаешь? Вот он голос прессинга, о котором я говорил. Уик делает счет 1-1. Гризман что-то абсолютно несуразное в итоговом счете сделал. Что-то непонятное. Жаль, баттерфлай очень неплохо сегодня выглядит. Тут у них на вес золота сейчас каждый эпизод, наверное. Гризман против него Вик идет. Гризман вроде бы надежный мяч оставляет в углу. 2 минуты остается до конца матча. Фриман здорово поднял. И что за паника перед воротами? Где игрок перед воротами? Вот здесь уже не из прессинга. Здесь стоит отметить то, что это была позиционная хорошая атака крыльев. Все было расписано по секундам. И это сначала финт, затем передача. Это было не очень быстро сделано, но баттерфлаю не нужно было. Баттерфлаю было все равно. Быстро, медленно они не собирались ничего накрывать. Гризманчик, такое впечатление, вообще не понимает, как вести себя в воротах вот в таких эпизодах. Он начинает так теряться, и его прям как колотит, трясет перед своими же воротами. Ну и помогать тоже никто не собирался. Я уже об этом говорил. 2-1 в пользу крыльев. Крылья еще совсем недавно проигрывали. Сейчас уже вроде бы как ситуацию в свою пользу смогли выровнять. Гризман хорошо отдает на Хаммера. Пытается команда пройти дальше. Нет. Уик. Борт тоже не проходит. Неймар в нападении. С углом очень теплые у него отношения сейчас были. Но все-таки добить не получилось. Хаммер вот сейчас отдал бы на Неймара. Мне кажется, это был бы гол. Пустой угол. Угол бы оказался точно пустым. Пожадничал почему-то. Может, и не подумал отдать передачу дальше. Не знаю. Фриман доставляет мяч в нападение. Разворачивается Неймар. Здорово. Баттерфлай неплох сегодня, но, видите, не повезло им как-то.
Не повезло. Хотя матч еще, конечно, не закончен. Гризман дает в борт. Дает. И нужен прессинг грамотный, качественный, без линий, без этих баттерфлаевских, которые имеют место быть. Гризман понадежнее старается, отдает в борт. Надежности никакой не получается. Надо меньше позициями меняться. Слишком много вот этих смен. Непонятных ситуаций. 25 секунд остается у баттерфлая на гол. Гризман увереннее, увереннее. С двух попыток не смог Гризман мяч поднять от борта. Но тем не менее, баттерфлай в нападении. Ой, как близок был Неймар к мячу сейчас. И чех спасает. Спасает ситуацию. Опять 2 в 1. И раньше нужно было передачу отдавать на Неймара. Тут уже был готов ее принимать. Хаммер теряет мяч. И Джон Вик сбивает еще один гол в ворота Баттерфлай. Таким образом, счет 3-1. Крылья отскакивают сегодня от Баттерфлай. Я думаю, можно вполне и так сказать. Очень неприятный матч для команды на третьем месте. Но, тем не менее, команда эта на третьем месте все-таки остается. И в том числе благодаря этой победе. Уверенное третье место Крыльев. 26 очков команды. 8 побед, 2 ничьи и 2 поражения по ходу этого чемпионата позволяют Крыльям чувствовать себя достаточно спокойно. Что ж, друзья, смотрите ЛЧ, до свидания.